Иона, слышишь? Черт. Черт. Мара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Древняя тайная организация, которой управляет Верховный Совет, как у иллюминатов. Она существовала еще до рождения Христа. Их задача – завладеть всеми древними артефактами в мире. Я веду охоту на них с тех пор, как узнала, что они убили моего отца. Нам с Ионой удалось выследить множество отрядов Тринити. Но все руины и склепы, что мы видели, были разрушены. Кроме тех, что в Косумеле. Я должна узнать, что они ищут и чего хотят достичь, и остановить их. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес. Надо этим заняться.
Леона, я на месте. Иду внутрь, уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Лара! Ого! Ты только посмотри! Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за метком твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делала. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Вот он. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу? Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что, если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в
календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Здравствуйте, Джона. У меня от вида еды в животе урчит. Зря ты не поела. Мне было не до того. Как всегда. Куда он ушел? Будем искать дальше. Кстати, как твоя нога? Нормально, если о ней не думать. Не видно его? Нет. Продолжай искать. Смотри, это за моего папы. Может, зажечь один для мамы. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят. Как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах. Все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с идеалами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Иона, мастер выживания и отличный друг. Я встретила его несколько лет назад во время экспедиции на Endurance. В первый же наш разговор он меня рассмешил, называл птенчиком. Мы так много пережили с тех пор. А после того, как я потеряла связь со своей лучшей подругой Сэм, Иона всегда рядом со мной. Он отправился со мной в Китиш и помог мне найти божественный источник, артефакт, который искал мой отец незадолго до того, как его убили. После того, как я уничтожила божественный источник, чтобы он не попал в руки Тринити, Иона помог мне выследить их отряд за отрядом. Извините. Связались с Верховным Советом, командир. Есть, сэр. Даже после пала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы.
Прости. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. Дискульпе, сеньорита. Виновата. В первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Доктор, son muchos esos hombres. Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. Да? Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Lo siento. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещеры. Вот это. Отведи его к руинам. Там уже никто не услышит. Нет, нет, не надо. Только зря все усложняешь. Вы сами виноваты. Убрать свидетеля. Нет! Прошу! Нет!
важный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня есть... Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции Blackout. Надо сходить к тем руинам. Надо сходить к тем руинам. Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О! А это Чак-Чель, молодая луна. На нем есть надпись. Чак-Чель, ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Нужно спуститься вниз. Ишчель и Чак-Чель – два лица одной богини. Ишчель – молодая женщина. Она символизирует жизнь и исцеление. Ее сопоставляют с полной луной. Чак-Чель – старуха, символ смерти. Ее сопоставляют с месяцем. Они близнецы, означающие дуализм и круговорот жизни и смерти. Нужно спуститься вниз. Отлично. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. И мы все пойдем внутрь. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь.
Приготовиться. Доктор Домингес уже спускается. Черт, надо торопиться. Доктор Домингес уже спускается. Черт, надо торопиться. Статуя смотрит на ту пещеру. Иона, я вхожу в пещеру. Связь может пропасть. Я понял. Я присмотрю за Тринити.
Судя по всему, эта пещера обычно под водой. Изображения на этом монолите совсем стерлись. Не прочтешь. Отлично. Черт, чуть не попалась. Что это за место? Может, под водой что-то есть? Нужно найти храм, который ищет Домингес. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, перенеси, используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, перенеси, используют взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки.
Тут пирамида. Я заберусь наверх. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, перейдите, используй взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Иона, я на месте. В каком-то подземном храме. Хорошо. Ого. Хреново. Лара, перейдите, используй взрывчатку. Я заметила. Из-за этого и толчки. Тут пирамида. Я заберусь наверх. Хорошо. Тут можно забраться наверх по платформам. Только надо найти противовес. Тебя плохо слышно. Тут что-то происходит. Подберусь ближе.
Платформа застряла. Платформа застряла. Этот ворот повернет площадку.
Иона. Да, я тут. Иона, я вижу фреску. На ней ларец. Надпись гласит: «Серебряный ларец Ишчель». Вот что хранят в тайном городе. Это легенда майя. Здесь сказано, что ларец призовет Кукулькана. Бог созидания. Так вот что ищет Тринити. Это еще не все. Похоже на череду бедствий. Цунами, буря, землетрясение, извержение вулкана. Вот тебе и бог созидания. Ну, у майя Кукулькан считался богом созидания и разрушения. Похоже на созвездие Гидры, но звезды не на своих местах. Нашла кинжал. На нем есть надпись: «Ключ к сердцу Ишчель открывает путь к очищению. Тринити не получит ларец». Давай все. Черт! Лара, к тебе идут патрульные. Повыше. О, нет, ты его взяла, да? Скорее. Они скоро будут. Кто? Доктор Доминго и его люди. Похоже, мы нашли то, что искали. Здорово. Тогда начнем осаду. Да, для этого и нужно подкрепление. Я слышу. Сегодня прибудет Домингес. Я понял. Я тебе говорю о том, что дождь затопит тут. А чем я, по-твоему, занимаюсь? Я вот как раз и проверяю насос. Ладно. Надо убедиться, что все работает как надо. Как там дела с насосом? Тебе обращаюсь. Ты закончил с насосом? Нашел время дурачиться. Ты в лифте застрял, что ли? Помоги подготовить освещение. Операция «Блэкаут» начата. Местных рабочих живых не оставлять. Вот, черт. Мы это предусмотрели. Убедись, что сектор зачищен. Как думаешь, что здесь? Не знаю, но говорят, приборы тут зашкаливают. Давай зачистим сектор, пока не прибыл командир РУ. Мы будем готовы. Нам инспекция, готовьтесь. Черт, не волнуйся, я его починю. Что-то затянулось. Если Домингесу придется нас ждать, он нам задаст такую трепку. Командир Рурк, это лидер Гаммы. Операция «Блэкаут» завершена. Свидетелей нет. Надо спешить. Точка зачищена.
Так, давай избавимся от трупа. Ты, следи за полицейской волной. Когда доложит о звуках стрельбы, сообщи. Пушки подкрепи. Я почти на месте! Я слышу выстрелы, что происходит. Как слышишь? Атакуем противника! Так, давай избавимся от трупов. Ты, следи за... Я слышу выстрелы. Что происходит? Как слышишь? Вот ты и умрешь! Так подтверждаем, это кровь. Открыть огонь! Она нужна Домингесу живой! Она убивает наших! Твою мать! Вас понял! Вижу цель! Отряд Эпсилон! Стойте! Не трогайте ее. Лара Крофт. Не так я видел нашу встречу. А я следил за твоей работой. Я не удивлена. Серебряный ларец. Отдай его. В безопасности.
тебя. Я даже подумать не мог, что ты его возьмешь. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла и всего вот этого. Но без ларца апокалипсис, смерть, солнце. Ты лжешь. Лара, ты сама это почувствовала. Обычный толчок. Грядет цунами. И это первое из множества бедствий. Твоя вина. Ты поступил бы так же. Мое дело остановить его, пока не поздно. Повыше.
волновался. Конец всему. Ты о чем? Домингес. Кинжал у него. Из-за меня. После всех мучений отца я дала Тринити то, что они искали. С помощью ларца и кинжала он преобразит мир. Преобразит во что? Не знаю. Он надеется искоренить грех и слабости. Такой человек. Мы должны его остановить. Это все я виновата. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Нет, 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 нет! Мы должны добраться до тайного города раньше них, найти серебряный ларец. Ладно, сперва отведем этих людей в безопасное место, а потом сразу за ларцом. Какая безопасность? Если он отыщет ларец, мне надо идти, только я могу! Только ты можешь что? Ты не центр мироздания, Лара! Не взваливай на себя вину за это! Этим людям нужна помощь. Сделай доброе дело сейчас! Тем более, что у нас вообще есть загадка. Чтобы отыскать тайный город, розовые рыбы и серебряных верхушек мало. Я помогу этим людям. А потом найму самолет. Думаю, нам надо искать вулкан. Серебряная верхушка, наверное, облака. Я не могу забыть про этих людей. Всего лишиться. В загадке сказано... Иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. Что это за близнецы? Не нравится мне погода. Подумаешь, дождик. Вернемся к горе в облаках. В облаках. А как поймем, что это та гора? Интуиция. Что еще остается? На фреске сказано, что их ждут бедствия. Лучший способ помочь им – положить всему этому конец. Ладно. Но как узнать точно? Иона, я ощутила, когда взяла кинжал. Ты имеешь в виду цунами? Не только. Я как будто что-то пробудила. Да, это нерационально, это неправдоподобно, но прошу, поверь мне. Надо верить друг другу. Эй, а это не то, что мы ищем? Что там? Это она! Не нравится мне буря. Давай лучше вернемся утром. Осталось чуть-чуть. Ну и Тринити легкая тряска не остановит. Мигель, мы можем приземлиться. Я могу посадить вас у Куакьяку. Давай.